Моя дали, в черно-белом своем приколоню перед нею голову. И заслушаюсь я и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Форель золотая, а иначе зачем на земле этой вечной живу? Виноградную косточку в теплую землю зарую, и лозу поцелую, и спелой грузди сорву. И друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем
на земле это вечной. Спасибо. Тамарочка, у меня один вопрос просто к вам. Спасибо. А нет, замечательно. Спасибо вам большое. Один вопрос только, Тамара. У Булата Шалыча есть такая запись, что, в общем, как бы он не вполне считал эту песню грузинской. Он сказал, что там есть грузинские символы, поэтому я назвал ее грузинской песней. Но он писал какие-то стихи про какую-то объемлющую жизнь. Почему там Грузия? Вот объясните мне, что для вас там от почвы? И не случайно вы пригласили двух замечательных музыкантов совершенно. Да, здесь я думаю, что когда, наверное, писал Булат Шалыч эту песню, он видел перед собой картины Пиросмани. У меня такое ощущение, потому что и цветовая гамма, и сравнение, и символы, и вот поцелуй лозе, и вот как бы дать земле, я думаю, что это не случайно. И это, наверное, зов крови, и эта песня соединила, наверное, стольких людей, что для меня она тоже стала художественным произведением, олицетворяющим на понятном для всех русском языке, вот Грузию. В ней есть все. То тепло, которое идет от земли, наверное, горы, музыка, доброта. Вот это вино, которое разливается, потому что без лозы, я думаю, что не может быть Грузии. И, наверное, что самое главное, гениальность этого человека, который в одной песне в 3 минутах собрал и сотворил такой шедевр. Спасибо, Тамара Верцители. Спасибо, Тамара. Присаживайтесь.